Все, поехали. Значит, еще раз, для тех, кто только что присоединился, частное мнение мое, компания ММС, она имеет отношение ровно постольку, поскольку я сижу в кабинете в своем в офисе компании ММС, все вопросы можно задавать мне, и, ну, скажем так, если у кого-то будут другие мнения, не стесняйтесь писать, не стесняйтесь писать в паблик, как вот Антон, например, не стесняйтесь писать questions, поднимайте руки, могу даже кому-то дать слово, если хотите, ну и так далее. Это такая, скорее, общая дискуссия касательно того, что происходит у нас в конце 10-х годов на нашем рынке. Значит, большей части все то, что я буду говорить, оно относится, безусловно, к американскому рынку, чуть меньшей части к европейскому. У нас в России свои реалии, ближе к концу попробую рассказать, почему к нам это, ну, скажем так, чуть-чуть по-другому относится, но, опять же, с моей точки зрения, ну и, соответственно, где мы выигрываем от этого, от того, что мы живем не в Америке, и где мы, соответственно, проигрываем, потому что это все чуть-чуть по-другому преломляется в нашей реальности, скажем так. Значит, коротко расскажу о том, собственно, из чего состоит наша домашняя аудио-видео и кастом инстал индустрия. На всякий случай, вдруг кто-то не знает, посмотрим то, что было 10-15 лет назад, как это все изменилось в реальности, и какие-то там, ну, не знаю, мои, опять же, личные прогнозы, потому что будет в ближайшем будущем. Ближайшее будущее, это, ну, скажем так, горизонт 2-3-5 лет. Ну и немножечко про наши российские реалии. Значит, начнем с того, что из чего, собственно, с моей точки зрения, опять же, ну и как бы не только моей, состоит наша кастом инстол индустрия в домашних инсталляциях. То есть то, что америкосы называют словом residential. Да, то есть, безусловно, это домашнее аудио-видео. То есть есть жилое помещение, жилой дом, жилая квартира, в них есть отдельные зоны, которые предназначены для каких-то не выделенных активностей, связанных с просмотром аудио-видео-контента. Да, то есть это может быть гостиная, где стоит телевизор, там может быть домашний кинотеатр, там может быть просто саундбар, там может ничего не быть, но там может стоять телевизор, который может показывать какой-то специализированный контент не только с антенны, но и стриминга, но еще чего-то там с домашнего сервера, NASA и так далее. Соответственно, есть понятие мультирума, когда несколько зон объединяются в одну с возможностью управления с одного устройства, с возможностью перемещения по этим зонам и прослушивания одного и того же контента, либо просмотра, ну и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, есть выделенные именно под потребление аудио-видеоконтента специальные зоны. То есть это комнаты для прослушивания, это стерео, кинозалы, медиакомнаты, еще что-то. То есть там, где человек специально тратит много денег, выделяя отдельные помещения для того, чтобы лучше потреблять аудио-видеоконтент. Да. Значит, итого у нас из 4 кирпичиков, вот первый кирпичик образовался. Вторая история под названием HVAC в английском варианте, ну и у нас в наших реалиях, то есть называется скорее что-то типа вентиляции отопления, да, то есть это управление, кондиционеры, вентиляция, климат-контроль, обогрев, теплые полы и прочее. То есть все то же самое, оно может быть сделано в одной зоне или нескольких, ну и так далее. Соответственно, третий кирпичик – это безопасность, то есть видеонаблюдение, контроль доступа, датчики движения, датчики присутствия, охранно-пожарная сигнализация и прочая история. Четвертая история – это свет. Да, соответственно, это управление освещением, может быть, энергопотреблением, то есть это всевозможные релюшки, диммеры, соответственно, контроллеры, шлюзы, шторы – очень важная история. Естественно, панель управления, естественно, очень важная история здесь – это переход от управления группами с созданием сценариев. Ну и здесь тоже в полный рост могут присутствовать датчики движения, датчики присутствия, ну и так далее, которые позволяют экономить энергию или автоматизировать включение и выключение в зонах, где их можно поставить, где их работа будет стабильна и понятна заказчику. Да? Ну и, как говорится, сверху всей этой истории – у нас всегда были системы управления всем вышеперечисленным. То есть это панели пульта управления, контроллеры, шлюзы, специализированный софт, который долго писался с кучей всевозможных стандартов. Это инфраред, это RS-232, IP и прочие штуки. Вот примерно так вот выглядит, наверное, 4 плюс 1 сверху, скажем так, направлений в домашнем рынке аудио-видео и кастом инстол на сегодняшний момент. Ну, или так оно было, в общем-то, практически всегда. Теперь давайте смотреть, что же поменялось, что же не поменялось
и как это вообще все было. То есть я, если честно, эту выставку делал по мотивам выставки Седи, которая была в этом году в Денвере, штат Колорадо. Это с 10 по 14 сентября, 4 дня. Что самое интересное, Денвер был вторым моим городом в Штатах, который я посетил именно тоже по работе. Это тоже была Седи, это был год, наверное, 2005 или 2006. И это была совершенно бомбическая выставка, которая просто перевернула жизнь города на вот эти вот несколько дней, пока она была. Абсолютно весь конвеншн был занят, куча всяких разных была компаний. Многие из нас уже даже и названий таких не помнят, таких как Zantec, например, или там Channel Vision и прочих, которые были поглощены одними, потом поглощены другими, и в итоге все это входит в какие-то консорциумы уже под совсем другими названиями. Например, такой прекрасный бренд, как Nuva, который был изначально независим, теперь уже входит в концерн Legrand вместе с такими брендами, как Middle Atlantic и прочее, прочее. Ну и как следствие, выставка, честно говоря, сократилась с моей точки зрения по сравнению вот с тем, что было 10-15 лет назад, наверное, раза в 4 смело. И вместо отдельных стендов, отдельных компаний, которые были независимы и боролись за место под солнцем, теперь у нас вся выставка, по сути, это какие-то большие бренды, которые поделили рыночек, выкупили там кучу-кучу компаний, и стратегия продвижения у них, конечно, совсем другая. Ну, то есть, к примеру, если посмотреть, что нового сделали эти большие компании в рамках продуктовых линеек своих маленьких компаний, которые они купили, то я думаю, что ничего хорошего вы там не увидите. Ну, так вот, давайте смотреть, значит, как потреблялся, допустим, аудио-видео-контент 15 лет назад. Да? То есть я четко помню, что для того, чтобы посмотреть фильм, нужно было поднять свою жопу и пойти в магазин и купить DVD. Да, то есть неважно, пиратский или не пиратский, но это был DVD. То есть 2004-2005 год, если мы смотрим 15 лет назад, интернет был, мягко говоря, не быстрый. То есть фильм скачать теоретически с торрентов было можно, но качество, во-первых, в любом случае было так себе. И качать бы вам пришлось довольно долго. То есть я думаю, что это несколько часов. То есть о том, что вы захотели посмотреть фильм, нажали кнопку и через 5 минут в максимум вы смотрите фильм, это было просто невозможно. То же самое было с аудио. Да? То есть, да, можно было качать MP3 откуда-нибудь, но качество MP3 и CD было настолько драматически разным, что, скажем так, в хороших системах MP3 файлы не рассматривались от слова совсем. То есть, опять же, единственный вариант 15 лет назад получить хороший аудиоконтент, это, опять же, поднять свою жопу, пойти в магазин, купить CD. Ну или в лучшем случае заказать доставку себе домой. Даже iTunes с Apple, и с их якобы lossless кодеком, да, то есть, можно было, конечно, покупать это все в iTunes, но идея в том, чтобы проигрывать эти файлы, купленные у Apple, в хорошем качестве, вам нужно было либо крепко заморочиться и построить какую-то мощную систему, опять же, из ноутбука, ЦАПов и прочего, что было довольно-таки, непросто, учитывая то, что в тот момент USB был, наверное, в лучшем случае в версии 1.1, и со всеми вытекающими последствиями и проблемами. Вот, значит, как следствие, учитывая то, что весь контент у нас был в жестком виде, раздача его по дому, то есть построение систем многозонных, сводилась, естественно, к раздаче уже декодированного аналогового сигнала. Да? То есть, если и был интернет во всем доме, то на эту подсистему задача раздачи контента не возлагалась никак. Теперь же, соответственно, благодаря тому, что у нас и скорости интернета вышли, и оптика в каждом доме практически, и прочее, прочее, то есть, по сути, сейчас не нужны ни сервера, ни какие-то сложные системы мультирума, которые там условно 8 входов, 8 выходов, матрица, вот это все. Для чего? Если вы хотите слушать музыку, вам доступен стриминг в любой точке вашего дома, где есть стабильный Wi-Fi, если вы, конечно, подумали о том, чтобы сделать сеть хорошую, да, и завели нормальный интернет, там хотя бы там, 30 мегабит. И по большому счету даже видео вы можете стримить в любой телевизор, да, то есть сейчас любой продающийся современный телевизор на рынке является умным устройством,
и умеет как минимум в несколько стриминговых сервисов, начиная там от всяких Окко и заканчивая Айви, Амазонами и прочим, прочим. Более того, по большому счету, за исключением там нескольких сервисов, ну, я думаю, что очень-очень скоро все это начнет агрегироваться. Да? То есть первая ласточка Apple TV+, который сказал, что мы будем агрегировать сервисы. Вторая ласточка, то, что Apple официально разрешил Samsung ставить на свои телевизоры приложение Apple TV+. То бишь фактически Apple, сервис Apple TV отвязал от своих железок. Да? То есть чтобы это было все красиво, они развели по названиям. То есть у нас коробочки Apple TV теперь будут называться Apple TV HD, Apple TV 4K. А сервис будет называться Apple TV просто, да, либо Apple TV+. Вот тут я могу путаться, если кто-то знает точно, поправьте меня в комментариях, пожалуйста. Вот, таким образом, целый пласт систем оказался не нужен. Как следствие, начали резко банкротиться те производители, которые делали ставку на мультирумные решения. Да. Посмотри, где сейчас тот же Zantec, где сейчас все, не знаю, там, Nilesы, IMXы и прочее. Да. То есть в лучшем случае их купили, переименовали и оставили от них какую-то там часть. В худшем случае они просто закончили свое существование совсем как тот же самый Channel Vision, который был весьма крутым там где-то в начале 2000-х, в конце 90-х годов. Далее, потребление стереоконтента. Да, то есть мы, ну, то есть я не имею в виду, что стереосистема это какая-то суперогромная, реально очень серьезная стереосистема. Скорее, люди, которые потребляли музыку в обычном режиме, ну, то есть там я завтракаю, а что-то там бубнит на кухне, я там, не знаю, просыпаюсь под какую-то музыку, у меня там ребенка что-то там бубнит в детской и прочее. Вот вся эта история, она резко ушла от раздельных компонентов, то есть блок, две колонки, неважно, что это там, AV-ресивер и пара колонок, либо это музыкальный центр из блока и двух колонок. Вот эта вся история ушла в очень удобную штуку под названием умная колонка. Да? То есть это некая маленькая фигня, которая в худшем случае умеет в Bluetooth, а в лучшем случае умеет еще и в интернет, Wi-Fi, стриминг и прочее, ну типа Sonos, Heos и вот этих всех ребят. Точнее уже сейчас можно говорить смело про Google, Apple и Amazon. Да? Потому что рынок умных колонок по большому счету резко поделили между собой совсем другие компании, которые аудио никогда не занимались до этого. Ну вот. В зонах, где нужно больше, чем стерео, например, в гостиной, где вы хотите некое окружающее звучание, опять же, вместо ресивера и набора колонок по углам, которые огромные, занимают место, пылятся, куча проводов, пришел саундбар. Да, саундбар в лучшем случае с беспроводным сабвуфером и беспроводными тылами, в худшем случае просто с сабвуфером или вообще без зонового. И причина, по которой появились умные колонки и саундбары, с моей точки зрения, опять же, это лень. Лень человека что-то делать. Да? То есть лень и удобство. Ну, то есть саундбар ты поставил, подключил одним проводом. Раньше нужно было компонент, композиты, с видео, коаксиал, оптика, еще что-то там, 232 провод для управления сверху на всякий случай. Сейчас у нас все в HDMI. Да? То есть HDMI далек от совершенства, но в принципе, если вы не гонитесь за технологиями впереди паровоза и не покупаете 8К, пока еще 4К, так толком не освоен, то есть формат 1.4 допилен уже практически идеально, 2.0 допиливается, я думаю, что будет допилен производителем именно железок довольно быстро. Бонусом вы получаете и управление устройствами через протокол CEC, и, соответственно, автоматическое договаривание между всеми устройствами в цепочке. Вам не нужно думать ни о разрешении, ни о цветности, ни еще о чем-то. То есть, выставив где-то там один раз в менюшке все эти настройки, это в лучшем случае дальше вам ничего не нужно. Вы можете пользоваться одним пультом от телевизора точно так же, как пользовались умным пультом за, там, не знаю, 500-700 долларов 15 лет назад. Да. То есть, все, по большому счету, свелось к упрощению, за исключением одного простого и в то же время сложного нишевого решения под названием «домашние выделенные кинозалы». Да? То есть стереокомнаты остались ровно в том же виде, даже скорее вернулись к прошлому с винилом. А вот кинозалы резко стали гораздо сложнее. Да? То есть если раньше это было 5.1 и все, а теперь можно строить там Dolby Atmos, DTS X-Pro, количество колонок и каналов выросло в разы и прочее, прочее, прочее. Вот.
Теперь давайте посмотрим, что же нас ждет в аудио-видео в ближайшем времени. Ну, опять же, с моей точки зрения. Значит, во-первых, не успев нормально пересесть на 4К, производители включили там шестую скорость, и давай теперь уже, значит, рекламировать 8К. Я думаю, что даже 16К, скорее всего, не за горами. Ну, то есть, как бы, вот от слова совсем. Значит, вторая история, то, что телевизор никуда не денется из наших гостиных, никуда не денется из наших детских. Он просто начнет принимать совсем какие-то странные формы. То есть, если, скажем так, 3 года назад, когда я первый раз увидел прототип телевизора LG, который скручивается в трубочку, я подумал, ну ничего себе, вот эта вот фантастика какая-то. Сейчас уже не вызывает никакого абсолютного удивления ни скручивающиеся телевизоры, ни полупрозрачные телевизоры, ни прочие какие-то интересные истории. И это все придет, и это все будет, и эти телевизоры фактически заменят нам центр развлечений в наших домах. Значит, для каких-то более серьезных решений, я не говорю о проекторе за 1500 и крайне за $1000, то есть для серьезных решений для домашних кинозалов, я думаю, что LED-стены, ну, вот, наверное, от сейчас это уже 1,5-2 года, наверное, до начала, скажем так, периодических инсталляций. Да? То есть я знаю сейчас, что, например, были в мире прецеденты установки той самой самсунговской The Wall, это 140 дюймов, 4К, HDR, одна из первых показанных LED-стен в мире. Так вот, они уже где-то там в домах у каких-то богатых, скажем так, любителей технологий уже кое-где стоят. Ну вот. Но идея в том, что на этой сети я видел китайцев, которые показали LED-стену в 140 дюймов, 4К, HDR, 3000 нит яркость. Вполне себе приличная история, фотография будет чуть позже, с ритейлом в Америке в районе $200,000. Напомню, что чтобы получить такую яркость, вам нужен, скорее всего, лазерный проектор, довольно мощный. И стоить он будет ну, от 30, наверное, тысяч долларов, если не больше. Экран хороший, со шторками, возможно, чтобы не терять контрастность в разных форматах. Это будет в районе примерно тех же 30-40 тысяч долларов в розницу. И как только LED-стена начнет стоить в районе сотки, я думаю, что это очень сильно проектора снизу, ну, сверху точнее, подожмет. Да? То есть, если вы посмотрите на то, что делает, допустим, GVC, да, то есть GVC полезла в сегмент, где ее никогда не было. Они сделали проектор за 1500, за $2000. Почему? Просто так? Я думаю, что нет. Да, то есть Sony на выставке, вот там господин Усанов написал длинный пост о том, как Sony, значит, устраивала сравнение своих проекторов, но только почему-то они сравнивали свои проектора не с Barca и не с Digital Projection, они сравнивали свои проектора с Epson, BenQ и GVC, да, то есть как бы продолжая где-то там, ну, в какой-то бюджетной нише, наверное, там до 10, может быть, до 20 тысяч долларов, то есть выше почему-то никто не лезет особо, кроме больших монстров, типа того же Барка, которым по большому счету нечего уже терять, и у них ну, довольно большая доля рынка, они могут побороться. Но, опять же, перед этим семинаром я разговаривал с Борисом Эшкиндом, даже приглашал его поприсутствовать в качестве, ну, скажем так, альтернативной точки зрения на этом вебинаре. Боря аккуратно отказался, я его понимаю. В какой-то мере Боря просил передать всем привет, сказал, что заходите на стерео, там как раз сегодня вышел тест проектора Sony, можно почитать. Вот. И Боря напомнил еще, кстати, такую вещь, что Барка вместе с еще одной компанией, собственно, организовали СПР и теперь работают над тем, чтобы принести LED-волы, собственно, в кино. Да? То есть кино в коммерческое – это очень большой бизнес, там бюджеты, соответственно, гораздо выше, чем дома, я думаю, что именно оттуда все это начнется. Прошу прощения, немножко кашляю, потому что холодно и подпростыл. Дальше, значит, про агрегаторы подписок я сказал, то есть стриминг стремительно ворвался в нашу жизнь. Вопросы из разряда, а вот поддерживают ли данные там стереокомпонент Tidal, а не Tidal, а Deezer, а не Deezer, а Spotify, они становятся все более часто и часто задаваемыми на всех форумах. То же самое касается видео, да, то есть даже отсталые слои общества поняли, что за стримингом будущее, и все киностудии и правообладатели начали судорожно клепать свои стриминговые сервисы. Marvel, Disney, 20 век Fox, но только как бы идея в том, что мне как потребителю мне не нужно
иметь подписку, я не хочу иметь подписку на 20 сервисов, да. То есть при том, что я категорически, ну, скажем так, против вот этих всех штук, даже сейчас каким-то какой-то тихой сапой у меня образовалось 4 подписки на Tidal, на Google Music, на Amazon и на Okko. И я причем пытаюсь отписываться от них периодически, по крайней мере, от Okko, но в итоге все равно рано или поздно как бы находится какой-то фильм, который я хочу посмотреть, а он есть только там. Это неудобно, это дорого, и я думаю, рано или поздно агрегаторы подписок кто-то начнет делать и скорее уже начал. Да? То есть Apple TV Plus вроде запускается уже совсем скоро, но я думаю, дальше подтянутся, соответственно, Amazon и так далее. По крайней мере, Amazon, который работал только в видео и, скажем так, в не очень качественном аудио, уже запустил буквально недавно Amazon Music в HD. Буквально вот на днях. Соответственно, дальше. Кто из вас не знает, например, Amazon сделал свою умную колонку. Точнее, не так, это знают все. Кроме умной колонки, Amazon сделал уже мультирумный зональный усилитель, который можно подключить к любым колонкам. И Amazon сделал саундбар с беспроводным сабвуфером. Amazon. Саундбар стоит в районе $200. Усилитель стоит в районе $300. Усилитель, причем, есть в двух вариантах. С предусилителем только и с усилителем мощности. Да, то есть $300-$400, соответственно. Напомню, что Sonos Amp стоит $500. Heos Amp в Америке стоит тоже $500. В России стоит еще дороже. Amazon гораздо богаче любой компании, и разговоры о том, что вот саундбар от Amazon играет плохо, или колонка от Amazon играет плохо, да, конечно, они играют хуже, чем та же самая колонка, сделанная более умными ребятами, которые более давно работают в аудио. Но идея в том, что в данном случае вот эта мантра, что мы тут 100 лет делаем динамики, и поэтому мы очень крутые, она работает очень плохо, потому что динамики делает не компания, не бренд, не офис динамики, и колонки делают конкретные аудиоинженеры, которые перекупаются на раз, а уж денег у IT-компании, поверьте мне, гораздо больше. Или на худой конец перекупается вся компания целиком, как это было в случае с BMW, который купил какой-то там малоизвестный стартап из Силиконовой долины, в которую закачал денег один из бывших директоров Фейсбука. Оп, и вот появились все технологии. Следующий толчок к развитию домашнего аудио, мне кажется, будет связан с появлением более мощных аккумуляторов, которые позволят делать носимые колонки и стационарные, которые будут заряжаться быстро и работать долго. То есть первые шаги к этому есть. Если кто-то не знает, есть такой бренд Aurender, корейский, который сделал колонки, питающиеся опционально от аккумуляторов строительных дрелей Bosch. Спорное решение, но нельзя сказать, что оно не универсальное, потому что аккумуляторов этих лично только у меня есть 2 штуки. Я знаю, что есть очень серьезный стартап в Калифорнии, который уже 2-й год работает над аккумуляторами, которые будут заряжаться за 5 минут на примерно 60-70%. И емкость у них будет достаточно большая, и непонятно, чем все это закончится, по крайней мере. Но идея в том, что они пытаются выпустить решение сразу для низких сегментов рынка. Потому что аккумулятор для мобильного телефона, аккумулятор для автомобиля, аккумулятор для колонки, они все-таки совсем разные по характеристикам, требования к габаритам, весу сильно-сильно разнятся. Вот, следующая история, которая, скажем так, приведет к серьезному переделу, наверное, на рынке домашнего аудио-видео, да, то есть, опять же, я не говорю про какие-то ультра-хай-энд аналоговые стереосистемы для энтузиастов, я говорю скорее про масс-маркет, да, и опять же в Штатах. Это DSP-процессинг, да, то есть умение выжать из маленького объема колонки, из маленьких динамиков гораздо лучше звук, чем 15 лет назад, оно, в общем-то, основано именно вот на технологиях постпроцессинга и допроцессинга звука. Ну и, соответственно, новые материалы драйверов, уже там где-то там я читал, что из графена начали делать динамики, там, ну и прочее. Да. То есть, если сравнить с тем, что было там совсем-совсем давно, когда была только бумага, а потом, соответственно, начал появляться алюминий и прочие пластики, ну, соответственно, все это, безусловно, влияет на то, что мы слышим, и какая звуковая картина формируется у нас динамиками в голове. Ну да ладно, что-то я заговорился на этой странице, давайте пойдем дальше. 8К, вот, пожалуйста, 90 дюймов 8К от Sony, примерно подобную панель только в 98 дюймов показывал Samsung,
тоже 8К, причем правильные, в отличие там, от некоторых других производителей. У Samsung уже HDMI 2.1. То есть, если появится какая-то 8К Sony PlayStation 5 или Microsoft Xbox там, Z с 8К, то да, конечно, все это можно подключить к этим телевизорам, потому что эти ребята как раз думают о том, что они делают, не выпускают продукт на рынок просто так. Стоимость довольно большая. Samsung 8K 98, ну, практически 100 дюймов, 8К в Штатах стоит 70 тысяч долларов. Дорого? Дорого. Но если у вас не кинозала, а гостиная, и вы думаете над 8К проектором плюс соответствующим экраном, вполне вероятно, телевизор будет гораздо лучше и проще, потому что на самом деле он очень тонкий, там нет ничего, никакой сложной электроники в нем, вся она вынесена в отдельный блок, от блока идет оптический кабель, до 30 метров его можно размещать от панели, то есть, ну, фактически в соседней комнате или даже на другом этаже. Ну и, в общем-то, вот. Показывает очень круто, правда. То есть насчет необходимости 8К я серьезно сомневаюсь, но картинка действительно очень хорошая. То есть яркость, контрастность, естественно, HDR, все поддерживается в полном объеме. Очень крутая тема. Прозрачный телевизор от LG. Выключен, выглядит как чуть-чуть затонированное стекло, включен, показывает. Да, то есть как референсный дисплей, конечно же, он работать не будет, как некое нишевое применение вполне. То есть окно, которое превращается в телевизор или еще что-то, вот, пожалуйста, это оно. Теперь, значит, собственно, по поводу LED-стен. Да, то есть, Борю хотел позвать, честно говоря, чтобы вот это подробнее обсудить, но нет так нет. Ничего страшного. Значит, в 2017 году впервые показал Samsung свой The Wall. Прототип таргетировался в районе 600-700 тысяч долларов. Через год показали уже несколько компаний, и цена была уже ниже полумиллиона. В этом году показали LED-панели порядка 6 компаний, включая компанию Digital Projection, которая всю жизнь занималась только проекторами, а теперь у нее на стенде было 2 проектора и 2 ЖК-стены. Соответственно, вот последний производитель под названием Lumens, собственно, тут ребята из Китая, с которыми я где-то там на задворках выставки случайно познакомился, с следующими характеристиками. То есть dot pinch — это шаг между, ну, то есть диагональ, точнее, между диодами 0,8 мм, 4К HDR, 140 дюймов, 3000 нит, около 200 тысяч долларов. То есть, если вы видите, то за фактически 3 года цена снизилась в 3 раза. То есть, если она снизится еще в 2 раза за 1 год, то есть она станет 100. Скорее всего, это не произойдет, но вот сотка, мне кажется, это вот прям уже пороговое значение, собственно, после которого уже можно массово предлагать дорогие кинозалы стоимостью там от 250-300 тысяч долларов за железо и площадь там от 50 метров. Да, там есть куча нюансов, да, они греются, да, непонятно, где размещать колонки, потому что не звукопрозрачные и прочее, прочее, но это на самом деле только если вы не, ну, скажем так, не вникали в рынок, потому что та же самая Procella наша придумала пару моделей для размещения над экраном, и не просто придумала, но они получили одобрение от Dolby для использования в системах Dolby Atmos. DTS:X пошел еще дальше, и они сами придумали, что им нужно не просто колонки за экраном или над экраном, но нужны еще колонки под экраном, так называемые нижние фронты, ну и прочее, прочее. То есть, более того, бытует мнение, я опять же как бы не знаю, просто я слышал это от пары человек на рынке, что под 8К проекцию, вот под реальную 8К проекцию, опять же, как бы далеко не каждая звукопрозрачная ткань подойдет, потому что вот как в случае с 4К, многие ткани звукопрозрачные, которые работали с 1080, ну, оказались несостоятельными, да, то же самое с 8К, просто из-за плотности решетки могут возникнуть всякие артефакты на экране. Ну да ладно. В общем, LED-стены ждем. Ждем, честно, сюда с нетерпением жду Амстердама. В следующем году посмотрим, что будет в Амстердаме. Ну вот, собственно, фотография стенда Digital Projection. И вот эта картинка, это не экран, это, собственно, сама LED-стена. Это еще одни чуваки, которые относительно неизвестные. Они с про-рынка, но, естественно, они это решение уже принесли на домашний рынок. И я думаю, что оно будет здесь dot pinch 0,9 мм. А вот черные квадратики посередине экрана – это как раз вынутые или выключенные кусочки мозаики.
Ну и вот, собственно, люминс, про который я вам уже, видимо, все уши прожужжал, вот он реально стоит. То есть 200 тысяч – это все, все абсолютно, включая каркас, процессор, все-все-все необходимые девайсы для крепежа и прочее, прочее. Значит, дальше. Теперь немножечко про HVAC, да, то есть что было 15 лет назад? 15 лет не было ничего, от слова совсем. То есть автоматизировать климат-контроль, ну или предложить это клиенту, я не знаю, как в Штатах, в России мог только крепко поехавший человек. В 2008 году я лично имел опыт программирования сложной системы, состоящей из кондиционеров Daikin VRV с интерфейсом на LON Works и контроллером AMX с интерфейсом, соответственно, дополнительно над сторонней компанией от AMX, ну, то есть от 232 порта на LON. Я вам могу сказать, ребята, что это был самый крутой секс в моей жизни. То есть в итоге как бы все было сделано, но это было порядка 3 недель. Это очень дорого стоило человеку, потому что только интерфейс с AMX на LON в русской игре стоил в розницу, ну, что-то в районе там $4000, если я не ошибаюсь. Ну и так далее. Как бы при этом, ну, то есть, вы представляете, да, то есть IMX пользовался своим AX-Link, если я не ошибаюсь. Дальше, соответственно, был 232 протокол для связи IMX LON. Дальше LON связывался с LON по двум проводам, то есть там двухпроводной интерфейс. И, соответственно, LON связывался с VRV, там еще по какому-то VRV-шному своему протоколу. Чтобы это все заработало, чтобы получить обратную связь от Daikin, хотя это все вроде как бы было документировано и так далее, вот потребовалось 3 недели, и то, ну, скажем так, далеко не все удалось получить. То есть получалась как бы температура на выходе из канальника и, соответственно, режим работы, то есть обогрев и еще что-то. То есть там интенсивность обдува не получалась никак, и приходилось все это решать каким-то образом, там псевдоэмуляцией. Сейчас фактически даже в домашние сплит-системы уже встраиваются либо Wi-Fi, либо Z-Wave, плюс, соответственно, все это, если с Wi-Fi, оно, естественно, имеет открытый IP-интерфейс, который связывается там, не знаю, с телевизором той же фирмы, либо еще с чем-то, просто с полточка. И вы получаете на кончиках пальцев за примерно 1.5 минуты полный контроль вашим кондиционером на вашем телефоне, либо на экране вашего телевизора. То есть все мои знания, приобретенные там как-то давно, 10-15 лет назад, они фактически обесценились в труху. Вот. Почему? Потому что, собственно, стандартизировался и вырос Wi-Fi очень крепко, плюс к этому появилось огромное количество low-energy радиопротоколов, таких как ZigBee, Z-Wave и так далее. И фактически у меня вот сейчас на балконе лежит термостат от компании, которая делает такие Apple HomeKit совместимые штуки. Компания называется Elgato. Так вот, от одной пальчиковой батарейки 2А на балконе, вне зависимости от того, какая температура на балконе, а балкон у меня хоть застекленный, но там довольно прохладно зимой, эта батарейка работает не менее года. Вот такие дела. Батарейка хорошая, Duracell алкалайновая, но тем не менее. Ну и как следствие, честно говоря, я уже видел даже вентили электрические на батареи, которые питаются от 2-3 батареек размера D. Естественно, управляемые розетки и прочие штуки, которые подключаются в 220, могут работать бесконечно, да, потому что у них есть источник энергии. Термостаты всякие разные и прочие штуки, все уже сделано и все это уже есть. Началось все это, если честно, вот с такого девайса, кто не знает, это Google Nest. Первое поколение этого термостата в Америке появилось в 2011 году. 8 лет прошло. Уже все, что можно отполировать, все было отполировано. И теперь все это реально очень просто и очень удобно работает. Поверьте мне. Значит, про security расскажу чуть-чуть совсем, потому что это все-таки не наша профильная история. Далеко не всегда аудио-видео интеграторам доверяют security. Но, тем не менее, поверьте мне, камер, которые работают по IP, активируются по движению, выглядят не как камера, а как что-то там такое на рынке полно. Это у нас только запрещены камеры, которые, ну, скажем так, не явно камеры. В Штатах их полно. И все это тоже точно так же подсоединяется ко всем экосистемам, типа Apple, Google, Amazon и так далее.
Фактически, если раньше видеокамеры давали в аналоге картинку, если нужно было ими управлять, это нужно было дополнительный провод тянуть, там плюс, соответственно, еще что-то, питание какое-то там 12, либо 24, либо 48 вольт. Сейчас все, что вам нужно, switch с Power of Ethernet и одна витая пара, и все. Ну или в худшем случае это Wi-Fi камера и блок питания в розетку. Все. Ну и, естественно, я уж не говорю о том, что полно всяких NAS-ов, которые умеют сохранять, стримить. То есть вам не нужно ехать в специализированный магазин, покупать видеорегистратор, думать, на сколько каналов, там, на 6, на 9, ставить монитор, там, сажать охрану и прочее. Вы можете поставить NAS, вы можете поставить 3-4 веб-камеры. Явно вас не очень интересует, что у вас в подвале происходит. Да? То есть если вы не олигарх, если у вас не очень большой дом, если у вас небольшой дом, либо просто большая квартира, все, что вам нужно, это смотреть, что происходит с вашим ребенком, пока с ним няня. Ну, может быть, одну камеру перед входной дверью, одну камеру, может быть, в прихожей, но, может быть, одну камеру в спальне или в кладовке, направленную на сейф или там рядом с сейфом, ну, если у вас он есть, конечно. И, пожалуйста, все это есть у вас в вашем телефоне, в любой точке мира. Вы спокойно можете это все настроить сами, если у вас есть минимальные знания в IT. Более того, опять же, новые технологии начали появляться, и вот, например, тот же самый геофенсинг, да, когда вы можете настроить вашу систему так, чтобы она знала, когда вы, либо ваша жена, либо ваш ребенок подъезжает к дому. Ну, банально, у вас же есть телефон, телефон умеет GPS, он умеет в интернет, и если вы его правильно настроите, он просто передаст о том, что оп, я вот уже тут, и всего там в радиусе 100 метров, и, соответственно, можно уже что-то сделать. То есть, например, включить свет там на подъезде дома или открыть ворота или еще что-то. То есть все это уже работает, все это уже в полный рост используется в Америке, ну и не только в Америке. Свет. Ну, примерно все то же самое. То есть за исключением изменения технологии освещенности, да, то есть весь мир стремительно прыгнул от ламп накаливания в LED. Ну и как следствие, соответственно, пришлось, скажем так, сильно поменять способы диммирования и прочее, прочее. Очень много пришло технологий на домашний рынок из коммерции. Да? То есть, если посмотреть, например, на продажи долишных светильников в домашний сегмент, их очень много. То есть, первую долишную систему я лично ставил где-то, наверное, году в 2012-м. Это было в большом кинозале, где нужно было сделать синхронное управление всеми светильниками одновременно. Ну, в общем-то, кроме как Дали, ничего не получилось придумать. Ну, в общем-то, Крестрон, долишный крестроновский модуль, один причем, и порядка 48 маленьких светильников, которые вполне по двум каналам управлялись. Ну вот, теперь этой истории очень много, и, в общем-то, вот мы продаем Lutron, Dali, Lutronовского мы продаем много. Соответственно, дальше, если, скажем так, 10-15 лет назад для того, чтобы сопрячь систему управления освещением с какой-то там системой управления общей, или там, не дай бог, там нужно было сделать какую-то там интеграцию еще и с климатом, это была тоже та еще задача. Сейчас, опять же, все это делается очень просто для небольших помещений, для небольших домов или еще того проще для каких-то зональных вещей. Да. То есть даже на профессиональном оборудовании, в принципе, инсталлятору делать все это проще и проще становится. То есть тот же, допустим, Lutron Homeworks, новый процессор, он уже имеет интегрированный бридж, и вам не нужно докупать какие-то дополнительные шлюзы. То есть сам процессор, если вы в него воткнете провод от домашней сети, умеет работать с вашим приложением, и неважно, где вы находитесь, в этой же сети или другой, ну и так далее, и так далее. Как следствие, если вы зайдете в Apple Store, вы увидите там продукцию Lutron в Америке. То есть такая опция доступна. Ну и, естественно, как бы, если мы говорим не о инсталляциях на этапе строительства дома, а на так называемых ретрофитных инсталляциях, когда человек хочет, ну, скажем так, слегка проапгрейдить свой дом, то, в общем-то, для него не нужно ничего, кроме как пойти в магазин, купить там пару-тройку умных розеток, может быть, пару-тройку умных выключателей. И, в общем-то, все, что ему нужно, это хороший Wi-Fi и минимально прямые руки, поверьте мне. Ну и точно так же работает геофенсинг со всеми этими делами. И благодаря облакам мы можем управлять этим светом из любой точки мира, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и самое, конечно, с моей точки зрения, печальная история ждет системы управления. Да? То есть вот вам простой пример.
компания Crestron в этом году не участвовала на выставке CEDIA. И в прошлом году они тоже не участвовали на выставке CEDIA. Да, они пока участвуют в Амстердаме, потому что это коммерческий рынок, но в Америке на своем домашнем рынке Crestron на самой главной выставке про домашние аудио и custom install технологии не участвует. Я уж не говорю о том, что нет, не с 15-го, Антон, два года они не участвуют. Ну, может быть, три, хорошо. Но никак не с 15-м году они были. IMAX. Ну, где-то, наверное, лет 6-5, как, в общем-то, находится при смерти. Как следствие, их купил Harman. Harman потом купил Samsung. Ну, в общем-то, IMAX разделила, к сожалению, печальную судьбу многих брендов помельче. То есть я не знаю, что там с ними происходит, но если посмотреть на их модельный ряд, если зайти на их сайт, там на сайте ни слова про Residential нет от слова совсем. В этом году меня очень сильно удивила компания RTI. Ничего как бы плохого про них сказать не могу. Отличные ребята, но если в прошлом году у них был огромный стенд, в этом году у них стендик был на площадью, может быть, метров 25 в углу. Да, то есть причем, ну, такой, мягко говоря, невыразительный. Я очень буду рад ошибиться, но сдается мне, что вариантов нет. Да, то есть продавая 15 лет назад, либо там 10 лет назад, панели IMX типа MVP8400X, которая стоила для клиентов порядка 8000 долларов, плюс, соответственно, еще док-станция для нее на стену еще типа за трешечку, плюс еще там блок питания типа долларов за 500, плюс там еще что-то. И теперь видно то, что, ну, в каждой первой инсталляции человек говорит, да не, у меня iPad-то уже есть, спасибо. Ну, то есть, как бы... Тут все очень просто, да, то есть 1000 долларов за дюйм панели 10 лет назад и 500 долларов за айпадик, ну, это несопоставимые вещи совершенно. То же самое с пультами управления, да, то есть пульт управления, который понятен бабушке, и именно так это все продавалось 10 лет назад. Ну, бабушки, к сожалению, все начали пользоваться смартфонами. Я, честно говоря, вот папе своему, которому практически 80 лет, отдал свой старый iPhone 6s с целью эксперимента. И поверьте мне, он очень быстро обучился пользоваться и WhatsApp, и фотографиями, и видео, и даже ВКонтакте уже зарегистрировался. К счастью, меня там нет, поэтому, ну, там, по крайней мере, до меня еще он добраться не может. Вот. Единственный плюс пульта управления, честно, там под всеми углами рассматривал, единственный плюс пульта управления, то что если вам кто-то звонит в телефон, а вам нужно приглушить звук в телевизоре, а у вас программа управления в этом же телефоне, да, то есть тут, конечно, пульт 10 очков отдельный дает. То есть вы взяли пульт, нажали мьют, ответили на ваш телефон, не сбрасываете звонок, там, не вызываете интерфейс управления, не нажимаете мьют и потом перезваниваете. Я просто оказывался в такой ситуации, ну, неприятная история. То же самое как бы с контроллерами. То есть контроллеры в принципе нужны, конечно, сейчас даже до сих пор, но они выполняют гораздо более простую функцию. То есть если вы посмотрите, например, на то, чем отличается Lutron от того же EIB, да, у Lutron есть центральный процессор, у EIB нет, у EIB распределенная логика, там нужна какая-то штука, только если вы хотите какую-то продвинутую логику писать. То же самое и здесь, да, то есть фактически во всех этих, скажем так, системах от IT-корпорации, то есть неважно, что это Apple HomeKit, либо Google Home, либо Amazon Alexa, как такового контроллера нет. Есть просто некий шлюз, который собирает данные от всех устройств, да, и, соответственно, отдает их вам и обрабатывает какие-то макросы. Кто не пробовал этого сделать до сих пор, я вам клянусь, попробуйте, потому что это очень просто, это реально круто. То есть, по большому счету, для построения системы на Apple вам ничего не нужно, кроме Apple TV 4-го поколения, вашего телефона и там, не знаю, дальше уже исполнительных устройств, либо там актуаторов, то есть датчиков, розеток и прочее. Все это подсоединяется на раз, все это совершенно спокойно агрегируется там с какими-то другими вещами, там совместимыми и прочее, прочее, прочее. Почему? Потому что, опять же, Wi-Fi, потому что Bluetooth, потому что всякие Z-Wave на случай, если вам нужны какие-то совсем экзотические устройства, ну и прочее, прочее, прочее. Так вот, значит, нет Crestron, нет Inux, нет RTI. У кого есть стенд в центре зала? Правильно, у Гугла. То есть в этом году, вот
прям переломный момент. Я когда пошел забирать бэдж на день раньше открытия выставки, обычно это так делается, чтобы потом в очереди не стоять. Первое, что мне бросилось в глаза в этом конвеншн-центре, где проходит выставка, это обилие рекламы Гугла. То есть, если раньше ты видел рекламу там Литрона, Кристрона, не знаю, RTI, там, не знаю, еще каких-то других производителей, колонок или еще чего-то, то две трети, скажем так, рекламы на подходах к выставке были забиты Гуглом. Все шаттлбасы, которые развозят людей от выставки к отелям вечером и по утрам от отелей на выставку, все абсолютно были проклеены гугловской рекламой. То есть, я уж не знаю, разовая ли эта акция была, или каждый год планируют расти на этой выставке, но поверьте мне, что-то тут для оптимизма мало всего. Объясню, почему мало. Потому что в этой модели инсталлятор может зарабатывать только на каком-то труде. Причем труд этот, ну, мягко говоря, не сильно квалифицированный. То есть, если вы посмотрите на эту фотографию внимательно, то здесь есть, просто возьму сейчас почирикую немножко пенсилом, вот эта умная плита СВЧ, ну точнее умная СВЧ-духовка от Whirlpool, это умный холодильник от, по-моему, LG. Вот здесь вот есть умная еще плита, по-моему, от Samsung. Ну а в качестве там дополнительных зон они сделали спальню. Соответственно, вот здесь стоит хаб гугловский. Здесь стоит где-то умная колоночка гугловская, по-моему, вот эта вот. Ну и, соответственно, как бы вот таких зон они сделали 4, да, то есть кухня, спальня, детская и, по-моему, хозяйственная. Вот так вот выглядит интерфейс управления от Гугла, называется он Nest Hub Max, его стоимость где-то в районе $199. И по большому счету это такой неснимаемый андроидный планшет, в котором, ну, есть все, начиная от управление зонами и оборудованием в них, заканчивая уже встроенными там, не знаю, книжками с рецептами на нужных сайтах, просмотром роликов в YouTube и прочее, прочее, прочее. $199 всего. И поверьте мне, интерфейс там вполне себе прикольный. Вот СВЧ от Whirlpool, точнее духовка от Whirlpool со встроенной СВЧ. Естественно, для нее есть свое отдельное фирменное приложение, естественно, оно подключается к Apple HomeKit, естественно, она не просто звонит в некий там динь-динь, когда она готова, но она еще шлет вам пуш-уведомления, и здесь и рецепты, и прочее, прочее, ну, то есть, как бы полный таз. А холодильник, если его правильно, опять же, настроить, ну, я не пробовал, но так говорят, что он еще и может чуть ли не холодильник сам в Амазоне заказывать, если там что-то закончилось. То есть, вы там выделяете какое-то место, говорите, вот здесь стоит бутылка молока. Если этой бутылки молока нет, то к вам на следующий день с утра приезжает доставка и привозит эту бутылку молока. Samsung примерно то же самое. То есть, ролик LG-шный посмотрите потом, или вот то, что Антон накидал. Вот так вот, соответственно, выглядел стенд Samsung. То есть с трех сторон были телевизоры, и одна сторона выделена прямо вот именно их пониманию умного дома. Да? То есть Samsung Connected Living, то же самое, интерфейс на телевизоре, либо на холодильнике. Ну и куча-куча-куча всяких разных дополнительных устройств, от термостатов, от дверных замков, от наружных камер, до, естественно, всяких умных саундбаров, которые умеют разговаривать там с той же самой Alexa и прочее, 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 прочее. Вот. Подводя печальные итоги моего сегодняшнего монолога, я так понимаю, что никто не пишет, потому что все думают, что либо я хочу сказать, что все совсем плохо, либо не согласны. Значит, иными словами говоря, то есть сейчас речь про Штаты. То есть в горизонте 2-3 года стерео на домашних инсталляциях останется в очень небольшом количестве. Ну, то есть мы не берем, ну, то есть это скорее всего будут либо какие-то мощные дорогие стереосистемы, да, либо, соответственно, ну, вот как бы продаж музыкальных центров и прочих их просто не будет. То есть, если посмотреть на продажи бюджетного стерео, там падение драматическое всего, кроме умных колонок, Bluetooth. Колонок и так далее. Multi-channel, все то же самое. То есть саундбары
ну, фактически съедят всю эту историю, при том, что звук от саундбаров становится все круче и круче. Если кто-то не слушал, например, как круто звучат саундбары от Bose или там от Sonos, сходите, посмотрите, потому что я не раз видел, как, например, в московском саундпролабе людям продают саундбары Bose. Да? То есть человек приходит, смотрит на колонки, поворачивается, видит саундбар Bose, он включает саундбар Bose, он говорит: «Вау, заберите». Ну, в смысле, забираю. Ну и все. То есть, как бы, ничего не надо. Не надо никаких коробок. Не надо думать, куда выбрасывать там картон. Ну и прочее. То есть, один саундбар, один сабвуфер, ну там, этого достаточно. С мультирумом такая же история. То есть, мультирум пострадал еще больше. То есть, скорее всего, как бы, останутся только мультирумы с числом зон, там, скажем, от 12. Или там, для... ну, то есть, фактически, мы... я говорю сейчас о том, что все средние и малобюджетные инсталляции в аудио-видео, они закончатся, либо уже закончились. Да? То есть, и я это вижу уже четко сейчас. То есть, там 10 лет назад было огромное количество частных инсталляторов, которые периодически ставили кому-то ресивер с питком колонок и были счастливы. Сейчас все эти люди либо остались без работы, либо стремительно перепрофилировались на гораздо более серьезные проекты, ну и тут как бы 50 на 50, то есть либо человек сможет его сделать, либо нет, скорее нет, потому что количество к нам запросов из разряда типа: «Вот у меня тут есть объект, но я не знаю, как его делать, помогите мне нарисовать смету», оно, ну, реально практически каждый день, то есть уже это даже не смешно. Вот, кинозалы, пожалуй, единственный рынок, который останется, да, то есть он пока сложный, он пока дорогой, и он слишком кастомный, то есть нельзя так просто его, ну, скажем так, освоить. Почему же я написал 80-90? Потому что попытки залезть туда IT-компаниям уже есть. То есть если вы посмотрите на часть, ту, которая связана с проектированием, да, там уже залезли. То есть Cydia Designer, Raiva и прочие как бы такие полуавтоматические системы проектирования кинозалов, да, они, конечно, не выдают пока готовых чертежей. Но что касается расставить колонки, подобрать правильный размер экрана, количество мест, количество рядов и продать это все заказчику на встрече за, там, скажем, 2 часа, если заказчик готов слушать, это вполне себе реально. За это они берут деньги, да, то есть вам придется делиться маржой за все это удобство, и за экономию времени и, соответственно, на персонале. По HVAC в Штатах, опять же, я думаю, что останутся только большие проекты, только большие дома, где много зон и где, скажем так, нестами особо не обойтись. Да, то есть не забываем, что у Wi-Fi под сети есть лимит 254 устройства, ну и, соответственно, как бы... роутеры тоже не всегда сумеют поддержать такое количество умных устройств. То есть вот тут пока есть узкая история, но мне кажется, что Wi-Fi стремительно развивается, и уже новый протокол там не AC, а AX, и еще больше, и еще быстрее. Ну, то есть, как бы, думаю, что тоже все это там рано или поздно будет решено. Вопрос, как бы, емкости адресного пула, я думаю, тоже каким-то образом будет решен. Security все то же самое, но никто не будет просить вас там тянуть провода там, для там, 4 камер, 4 Wi-Fi камеры, ну и все, этого достаточно. Ну и с Control Systems все то же самое, то есть на Residential, мне кажется, что для там управления одним телевизором, ну или там, не знаю, телевизором и еще какой-то зоной там в детской там, или в спальне, ну ничего не нужно, правда, все это уже есть в телефоне. С Raiva нет никакого. Был стенд маленький и очень такой непонятный. Я зашел, посмотрел, вышел. Видел других чуваков очень интересных, которые называются Modus VR. Вот, сейчас я напишу. Можете зайти посмотреть. Вот. Эти ребята предлагают некую интерактивную систему VR-презентации. То есть можно не просто отрендерить и принести шлем заказчику посмотреть, можно в реальном времени подвигать мебель, нарастить второй ряд с подиумом, увеличить экран, сравнить и прочее, прочее. Очень крутая тема, не знаю, как работает. У меня было не очень много времени, я примерно полчаса с ними разговаривал. Очень крутые чуваки. Очень крутые чуваки. То есть это следующее поколение после Cydia дизайнера. Да, если Cydia дизайнер всего лишь дает там визуализацию некую на бумажке либо на картинках, Modus VR делает все то же самое, только это еще и с 3D-шлемом. Вот, значит,
С отечественными реалиями ситуация следующая. Значит, к счастью, у нас нет официально ни Apple HomeKit, ни Google, ни Amazon в России. Да, то есть, если вы хотите купить Apple Home, какое-то устройство официальное в России, это невозможно. То есть, вам придется иметь дело с серыми перекупщиками. Ничего плохого в этом нет. Более того, и Apple Siri, и даже Google Assistant уже вроде как поддерживает русский язык. Apple Siri давно поддерживает русский язык, с ней можно разговаривать вообще без проблем, довольно умная женщина. Amazon пока вроде по-русски не разговаривает, но я думаю, опять же, это пока. Да, то есть здесь стоит понять, почему и как. Да, то есть, во-первых, наш рынок не очень интересен, это раз. Во-вторых, по поводу того, как быстро это будет сделано, да когда отмашку дадут, тогда это и будет сделано. Ведь программирование всех этих сложных систем, оно не сводится к тому, что тысяча индийских программистов сидят там где-нибудь у себя там в Дели, да, и пишут кучу кода, чтобы там в зависимости от того, какое слово ты сказал, что-то происходило. Нет, все это происходит в таком режиме, как бы, уже практически обучение в режиме нейросети там и прочее, прочее. Честно, не сильно хорошо с этим знаком, но, как мне объясняли там знакомые ребята из Яндекса, оно само учится, и вопрос как бы исключительно в том, ну, то есть, выделили под это дело процессорную мощность в каком-нибудь кластере или нет. Вот, собственно, и все. Вот, значит, вторая наша реальность заключается в том, что у нас нет среднего класса, который кормит инсталл везде, поэтому это на самом деле в минус. Да? То есть то, что Apple с Amazon пока не пришли, если это плюс, то средний класс, которого у нас нет, либо практически вымер, это скорее минус. И как следствие у нас, скажем так, примерно то же самое, как и в Штатах. Да? То есть у нас есть либо какие-то реально большие серьезные объекты, которые делаются под больших серьезных людей, которые и спросить могут с вас серьезно, если что. Либо это начинается какое-то жесточайшее краилово на всем. Да? То есть, если вы почитаете, допустим, какие-нибудь такие гиковские ресурсы типа Хабра или еще что-то, там народ в полный рост умные дома программирует там, на PHP, там, на Arduino, на Raspberry и, в общем-то, говорит, что все прекрасно работает и все замечательно. Да, то есть есть некая средняя история, когда чувак готов потратить деньги, но он за эти деньги спустит с вас три шкуры. То есть, во-первых, это будет там десятикратная пробивка по рынку, во-вторых, там жесточайшая торговля. Ну, то есть маржинальность, прямо скажем, падает. Но, несмотря на все это, несмотря на то, что выжить игрокам становится довольно сложно, непрофессионалам и каким-то там игрокам-одиночкам, потому что, ну, я не верю в то, что один человек может сделать сколь-либо серьезный проект, да, хотя бы тупо из того, что нужно нарисовать правильный рабочий проект и прочее, прочее, все равно никто из нашего бизнеса не уходит. И это, конечно, печально, потому что на самом деле вот то, о чем там я говорю очень давно, если человек заплатил денег за систему, например, управления освещением, и ему ее сделали плохо, не он ее не сделает больше никогда ни в одном своем будущем доме, либо квартире, ни его дети, ни его жена. И всем своим друзьям он будет говорить, что вы знаете, ребята, потратил я кучу денег на эту вашу автоматизацию, полное это говно, в следующий раз только выключатель. Вот. Ну и сверху всего этого это то, что у нас интернет-торговля с демпингом процветает, то есть не будем там показывать пальцем и называть имена, но поверьте мне, это очень серьезная проблема, то есть особенно в бюджетных сегментах, особенно касающиеся вот этих, скажем, IP-мультирумов типа Sonos и Heos, если вы, допустим, сравните, например, сколько стоит Sonos в России официально, сколько стоит Sonos в Америке, если вы этого не знаете, я вам крайне рекомендую это сделать, вы очень сильно удивитесь это раз. Второй момент, понимая всю эту историю, например, в Питере существует не одна и даже не две компании, которые из Финляндии этот Sonos таскают и перепродают здесь. Ну, то есть, если вы честный дилер, допустим, того же эти трейды, хотите продать Sonos, то, ну, имейте в виду, что вас просто могут переехать даже не там другие дилеры трейда, например, а, ну, еще откуда. Да, Антон, да откуда хочешь, хочешь из Хельсинки, хочешь из Сталина, ну, в чем проблема? Ты сел в машину, закинул 4 саундбара, привез. Ну и, в общем-то, с моей точки зрения, никаких позитивных изменений у нас не происходит. То есть у нас нет никаких регулирующих стандартов, у нас нет никакой сертификации электриков. Да? То есть если в Штатах, например, если ты там полез в щиток квартиры и что-то там сам сделал, и потом твоя квартира каким-то образом
либо сгорело, либо там ты соседей обесточил, то, скорее всего, иск к тебе будет вчинен весьма некислый. То у нас почему-то люди считают, что ну, любой там таджик, который говорит, что он может собрать щиток, действительно может. Ты потом смотришь на этот щиток и думаешь, блин, как тут все работает, это вообще до сих пор непонятно. Ну, вот какая-то такая история. Пожалуй, все, что я вам хотел сказать сегодня. Если есть какие-то мысли, замечания, жду. Борис, ваша фамилия Нешкин, случайно? Ну ладно, хорошо. Что ж, не знаю, если у вас есть еще 5 минут времени, расскажу вам еще одну историю про то, как в Екатеринбурге у нас было прекрасное заседание на закрытой встрече дистрибьюторов с дилерами, и как мы практически отбивались от обвинений в том, что мы потакаем демпингу и работаем с интернетом, в то время как нормальные салоны не могут нормально работать и закрываются. Так вот, идея очень простая. Вот если у вас здесь есть салоны, а салоны здесь есть, я так понимаю, простой вам пример расскажу, выводов делать не буду, выводы делайте сами. Выставка в Екатеринбурге участвует Ультру, две комнаты, потому что у них есть в Екате офлайновый салон. Участвует пара местных старых дилеров, которые в Екате работают с 90-х годов, которые говорят о том, что пульт им мешает, пульт продает, а мы не можем продавать, потому что они дают скидку. Прекрасно. Суббота, утро, открывается выставка. Пульт что делает? Ставит на каждом этаже, два этажа было, по девочке, которые тупо со всех проходящих, заходящих на выставку людей собирают имя, фамилия, почта, если дадут телефон. Люди, которые работают в Екатеринбурге с 90-го года, в лучшем случае раздают визитки и маленькие буклетики своих салонов. Результат выставки. Пульт получил порядка 1500-2000 данных своих потенциальных новых клиентов, то есть людей, которые не поленились в свой выходной день поднять свою жопу, приехать на выставку. Два екатеринбургских салона раздали примерно, я думаю, что по 150-200 листовок, которыми потом, как вот, ну, прям листвой упавший, было устлано два этих этажа, ну и, соответственно, все эти помойки, которые стоят на этажах. Вопрос, кто потратил деньги на выставку эффективнее? С моей точки зрения, конечно, пульт. Почему и что мешало этим людям хотя бы во второй день догнаться двумя еще девочками, там, или хотя бы там одной девочкой, напечатать листовки и собирать все то же самое, хотя бы у себя в комнатах, я не понимаю. То есть мы живем в крайне сильно меняющемся мире. Технологии продажи 10 лет назад и сейчас кардинально разные. Более того, продукты разные. И выжить салоном, которые ну, считают, что к ним должны заходить люди с улицы и покупать что-то просто потому, что они такие крутые. Ребята, честно, но вот если вы еще не закрылись с такой философией, лучше закрывайтесь сразу. Если вы готовы смотреть на то, что делают конкуренты, благо их много, смотрите на то, что делает Пульт, смотрите на то, что делает СПЛ, смотрите на то, что делает Аудиомания. Повторяйте, вам не нужно ломиться лбом, прошибать стены и искать выход из всего этого. Повторяйте то, что делает Пульт каждую неделю, либо каждый месяц. Да? То есть не повторяйте акции, которые случились, их больше нет. То есть Пульт проводит, допустим, дни бренда в своих салонах. Проводите, в чем проблема? Ни один дистрибьютор не откажет вам привезти в ваш город там кучу техники, прислать там человека либо двух и сделать нормальное мероприятие, если вы наберете людей. А чтобы набрать людей, вам нужны, соответственно, их адреса, рассылки, еще что-то. В ответ на лобовой вопрос, когда вы последний раз делали какую-то рекламу вашего салона, 90% салонов, которые находятся в, ну скажем так, отличных от Москвы местах, говорят, ну, мы делали лет 5 назад, но у нас ничего не получилось, и мы забили. Ну, классно. Так, чего тогда вы ждете-то от рынка? Вот, все. На этом, пожалуй, точно все. Если ни у кого нет никаких вопросов, тогда
пожалуй, с вами попрощаюсь. Запись, наверное, будет. Положим к нам на канал. Канал, если кто не знает, у нас называется MMS Cinema на YouTube. Там, в принципе, много каких есть интересных записей, ну и не очень интересных, как вот это вот. А, ну да, вот такие, хорошо, Антон тут забыл. Я, честно, не знаю, Антоха, если ты хочешь, напиши прям, как он называется. То есть идея, да, очень простая. То есть вот Антон съездил в Берлин на ИФУ, и оттуда мне прям писал в Штаты, что модель рынка бюджетных инсталляций фактически позволяет выжить частным инсталляторам, но она вас из, скажем так, вольных стрелков, зарабатывающих прилично на инсталляциях, превращает, ну, фактически в сантехников по вызову, да, то есть есть Юду, есть Uber, есть там, не знаю, Яндекс.Еда, а вот теперь есть, соответственно, да, можем пустить Антон. Антон, если ты готов, иди в эфир. То теперь есть, собственно, приложение для вызова инсталляторов. Я пусти тогда Антона, пожалуй. Ну, Антон, нажми бродкаст аудио или видео, если хочешь, и вперед. Это Советченков Антон, компания Xosound, Рига-Москва. Нет, не слышно тебя. Ты включи микрофон. У тебя микрофон не включен. Да, говори сейчас погромче. Слышно, да, тебя слышно, говори погромче. Привет. Да, всем привет. В принципе, совсем практически согласен, но хотел заострить внимание еще на паре трендов, которые ярко выраженно происходят сейчас и в Америке, и в Европе. Наверное, в первую очередь в Америке, но до Европы эта история дошла, придет она и к нам. Значит, модель, то есть, скажем так, появилось вообще новое направление в этом бизнесе, которая связана с компаниями, которые вообще не из нашей индустрии. Это либо крупные ритейлеры, или там начинающие какие-то ритейлеры электроники. Туда можно добавить провайдеров всяких услуг, там связи, сотовые, там любой, неважно. И добавить просто новых игроков, которые сориентировали. Значит, что происходит? Происходит то, что все вот эти устройства, о которых рассказывал Олег, которые, в принципе, для DIY рынка, на сегодня начинают выходить, минуя вообще наш канал, напрямую к потребителю. Да, и с одной стороны, все вроде прекрасно, как ты рассказывал, можно легко настроить и так далее, но даже настройка Sonos иногда у клиентов вызывает определенные проблемы. Чего уж там говорить, если кто-то хочет взять квартиру на Fibar или там на каких-то аналогичных решениях. Да? То есть не все могут разобраться. Казалось бы, для нас хорошая история. Да? Мы как интеграторы можем перехватить в таком случае клиентов, сделать апсейл там, на что-то проводное более серьезное и так далее. Но нашелся выход. Компания первая, вот сейчас про американскую уже не помню, это началось в Америке, то есть умные люди сделали агрегатор по принципу Uber модели, когда продавец, неважно это магазин, сетевой магазин, неважно какой, продает оборудование, а монтаж настройку предлагает отдать его агрегатору. Агрегатор отбирает либо каких-то там частных монтажников, либо это компания, ты должен, как и там в Uber или в Яндекс.Такси, пройти определенную сертификацию, доказать, что живой человек, там proof of address, там банк свой доказать, квалификацию доказать, у них есть какие-то курсы там повышения квалификации, а дальше ты выбираешь, например, где ты живешь, какой-то свой район, и все подобные заказы сыпятся тебе. Ты выбираешь, что ты делаешь, есть ставка на час и так далее. То есть, по сути, это маленькие инсталляции, которые закрываются при помощи такого сервиса. Да? В чем ключевая трансформация? Трансформация заключается в том, что основная боль ритейлера, который продавал бы DIY решения или вот такие небольшие инсталляции, она уходит на эту площадку. И с этих позиций, ну, инсталляционный рынок в нижнем сегменте, в среднем, конечно, будет 100% терять, потому что это совершенно другая модель. Есть пара успешных примеров уже в Европе. Есть несколько компаний, которые направили свои силы только на вот умные дома, готовые решения сегмента DIY. Я с ними познакомился в Германии, пообщался с руководством, посмотрел, что они делают. И они сказали, а мы целенаправленно ушли от инсталляции. Зачем? Это инсталляция тормозит развитие и рост. У ребят на сегодня 18 миллионов евро инвестиций. Это немецкий стартап.
18 миллионов. При этом они ничего не инсталируют. Они сделали красивый шоурум, они продают девайсы и отдают инсталляции вот такому агрегатору. И находятся в постоянном росте. За прошлый год, просто чтобы для понимания вообще этого рынка, прошлый год рынок DIY автоматизации в Германии показал рост 67%. Я думаю, что тут 2-3 года, Олег, это как бы, ну, по крайней мере, в Европе это максимум, да, то есть дальше трансформация будет очень серьезная. Ну, и это просто идет в как это, правильно подводя, правильно формулируя то, что ты говоришь, трансформация фактически означает, что инсталляторы частные, маленькие, которые не способны обслуживать и делать серьезные большие проекты, фактически лишаются маржинальности на железе. Совершенно верно, да. Так именно это уже происходит в Европе. Сервис Европе этот начал с Англии, сейчас они покрыли уже Германию, покрыли Францию, они выходят сейчас в север Европы. В Америке уже два таких сервиса, один, а два даже. Ну и да, хорошо, раз уж про это у нас зашла речь, смотрите, что происходит с ритейлом, да, то есть я вот какое-то время назад в Мюнхене, у меня там на одной дистрибьюторской конференции одни ребята вот такую интересную штуку показали, вот я с сайта кинул, b8ta.com, ну то есть bait. Bait по-английски это, ну то есть это некая средняя история между бета и bait. Бета это, ну, типа тест, а бейт это приманка. Это офлайновые шоурумы нового продукта, технологичного, который не заточен под продажу. То есть склада у них нет. Я был у них в шоуруме в Купертино непосредственно, и там, ну, наверное, метров 50 шоурумчик, порядка 6 консультантов шоурумчиков. То есть они все крайне подкованы в том, что они делают. Они очень хорошо знают продукт, с которым они работают. Но продавать эти продукты, они, ну, они могут продать, но они не сильно нацелены на это. Да? То есть если ты хочешь это купить, то забрать это оттуда не получится. То есть они тебе продадут, но они привезут тебе это на следующий день. Да? То есть с тем же успехом ты можешь купить на Амазоне, ты можешь купить на сайте производителя и так далее. То есть здесь модель скорее... Производитель платит шоуруму за то, что он находится в хорошем месте, проходном, и нанимает людей, которые способны объяснить любому человеку любого уровня развития плюсы и минусы использования умного пылесоса или какой-нибудь клавиатуры, которая одевается на пальцы, которая не имеет физических кнопок и так далее, и так далее. И вот это тоже одна из вещей, которая прижмет ритейл. То есть ритейл в традиционном понимании находится в глубочайшем кризисе. Да? То есть есть английский такой термин, называется brick and mortar. Это как раз то, что относится вот к физическим точкам продаж, которые имеют серьезные экспенсы, ну, расходы на обслуживание. Да? То есть люди, которые ездили в магазин за стиральными машинами, ну, может быть, у нас они еще и остались, но вообще как бы они вымирают. Да? То есть никакой идиот не поедет за стиральной машиной, зная, что ее можно купить на Амазоне или там, не знаю, в том же МВидео с доставкой. Да? Там пусть доставка будет платная, но тебе не нужно будет эту стиральную машину тащить и мучиться, искать там друзей, которые тебе помогут. И все то же самое, собственно, проникает уже ниже в какие-то менее там... дорогие, менее габаритные, менее сложные вещи. Да? Я не говорю о том, что в Америке Amazon купил национальную сеть продовольственных супермаркетов, которая называется Whole Foods, и теперь все продукты абсолютно можно заказать онлайн, и они тебе приедут прям вот чуть ли не в холодильник, могут тебе поставить, если у тебя стоит амазоновский замок, и вы готовы поделиться как бы, ну, с Амазоном способом его открытия, ну, то есть разрешить Амазону открыть замок для своего курьера. Да? То есть вот такая вот история. Вот, на этой позитивной ноте с вами мы уже точно расстаемся, потому что это уже 1,5 часа. И, в общем-то, если у кого-то есть какие-то вопросы, вот моя почта, пишите. Если есть какие-то пожелания, тоже пишите. Ну и вообще не молчите, потому что мы же для вас все это делаем. Так что всем спасибо, хорошего дня и хороших продаж.